Еще несколько сотен лет назад человеческая жизнь была борьбой за выживание, а мир полон опасностей, трудностей и боли. Сегодня все изменилось. Мы живем в относительно комфортной и почти безопасной среде. Мы создали ее благодаря величайшим научным достижениям. Электричество, лекарства, атомная энергетика, вакцины, освоение космоса, авиация. Но что стоит за этими грандиозными открытиями? Сколько судеб и жизней принесено в жертву во имя науки и во благо людей? Рискованные эксперименты и смертельные опыты лучших умов человечества, прошлого и современности, знаменитых и незаслуженно забытых. Прямо сейчас. Лето 1912 года. Судно под командованием знаменитого ученого Владимира Русанова отправляется на Шпицберген. Им движет страстное желание не только закартографировать Землю, но и буквально застолбить за Россией право на добычу каменного угля в районе архипелага. Ведь это не просто выгодно, а жизненно необходимо стране. Но Шпицберген лишь официальная часть государственной миссии. Открыв месторождение угля, Русанов мечтает отправиться дальше и доказать существование Северного морского пути и возможность судоходства между Архангельском и Сибирью через Ледовитый океан. Это чистое самоуправство. Разрешения на такую экспедицию нет. Но Русанов уверен, если все получится, ему простят эту формальность. Полярники отговаривают, предупреждают, что первые льды сотрут в щепки его борт «Геркулес». Однако Русанов жаждет совершить подвиг. Из этого путешествия он не вернется. Смерть исследователя станет лишь каплей в море трагедий, ценой которых писалась история Арктики. Почти за каждым географическим открытием на карте мира смертельный риск и человеческие жертвы. Опыт и бесценные знания о неизведанных землях и океанах неизбежно сопряжены с опасностью, болью, потом, кровью, отмороженными конечностями, неизлечимыми болезнями. Поразительно, но жажда открытий сильнее инстинкта самосохранения. Животный страх перед стихией испытывает каждый, но лишь единицы способны преодолеть его ради великой цели. Именно их имена часто фигурируют на географических картах. . 1730 год. 19-летний сын рыбака тайно бежит из отчего дома в деревне Холмогоры. Через три дня юноша нагонит рыбный обоз, с которым доберется до Москвы. Он станет великим ученым и прославит свою фамилию на весь мир. Михаил Васильевич Ломоносов. Чистокровный помор. Так и сейчас называют жителей севера России, которые живут на южном берегу Белого моря. Ломоносов совершит потрясающие открытия в разных сферах науки. Но генетическая память даст о себе знать, и, как многие, он будет страстно мечтать о морских путешествиях и освоении Арктики. Годами готовится к заветной экспедиции и даже изобретет для будущего плавания несколько специальных приборов. Это человек, сын своей земли, это помор. Он действительно видел море, он видел полярное сияние, о котором потом напишет научную работу о его причинах. Он разбирался с ветрами, он разбирался с течениями, он разработал изобретения, которые позволяли следить за погодой. Например, погодный зонд, который можно было запускать высоко в небо и потом, вернув обратно, считывать показания. Мама, до свидания!
Во многом благодаря Ломоносову Архангельск станет базовым портом для освоения Арктики, ее воротами. Но дожить до этого дня ему не суждено. Самая главная проблема человека – это осознать свою конечность, свою смерть. Соответственно, страх смерти нужно пережить. Человек, он всегда стоит перед выбором, он всегда в какой-то степени, больше-меньше, идет на риск. Удивительно, но со времен арктических первопроходцев мало что изменилось. Больше различных приборов и погодные сводки обновляются ежеминутно. По сути же, морское странствие осталось тем же коварным, жестоким испытанием, ответственность за которое лежит на плечах капитана корабля и руководителя экспедиции. Они ведут к новым горизонтам, чтобы пополнить знания людей о мире, в котором они живут. В плане классического понимания географических открытий, то эпоха открытий видимых человеку невооруженным взглядом объектов, она закончилась. Все острова, реки, континенты, они уже открыты. Но тем не менее, истина имеет много граней. И если говорить о природе, помимо внешней грани, она имеет внутренние глубокие грани, для того, чтобы добраться до которых необходимы научные приборы, долговременные наблюдения. Константин Зайков, руководитель экспедиции Арктического плавучего университета. Это совместный проект Северного Арктического федерального университета с Северным управлением по гидрометеорологии при поддержке Русского географического общества. Его задача – систематизировать старые и новые знания о русской Арктике. Для этого ученые регулярно собирают пробы воды, льда, земли, растений и фиксируют изменения в них. Данные из экспедиции сопоставляются из года в год, ведь пополнить современные фундаментальные знания без постоянных наблюдений невозможно. Только так можно ответить на вопрос, какой станет карта мира в будущем. Мы говорим о глобальном потеплении, и нужно знать, что происходит с водными массами, потому что это напрямую связано и с человеком, и с природой. Не дай бог исчезнет Гольфстрим, ряд стран фактически будут на грани природной катастрофы. В экспедиции плавучий университет отправляется на научно-исследовательском судне профессор Молчанов под руководством капитана Виктора Лощевского. Судно названо в честь Павла Молчанова, советского метеоролога, изобретателя и испытателя первого в мире радиозонда. Несмотря на все свои заслуги, в 1941 году он был расстрелян за связи с немецкими учеными в изучении Арктики. Исследовательское судно, хотя и оснащено по последнему слову техники, но не является абсолютно безопасным. Техника не стоит на месте. Но риск, он всегда есть, он всегда присутствует. Никто не застрахован, никто. Начиная от «Титаника» и кончая Молчаном, никто не застрахован. Команда плавучего университета не претендует на лавры первопроходцев. Она использует маршруты, за составление которых мореплаватели несколько столетий назад расплатились собственной жизнью. В их числе голландец Вильям Баренц. Экспедиция Баренца в составе двух кораблей по поиску Северного пути в Азию стартовала в мае 1596 года. Обогнув новую землю, исследователям удалось достичь Карского моря. Но дальше возникло непреодолимое препятствие. Его судно было затерто в бухте, которую он дал название «Ледяная гавань». То есть льды не позволили судну Баренца идти дальше по Карскому морю. Они поняли, что обратно им не выйти в этом году, и они решили зимовать. Из плавника, то есть это из деревьев, которые в большом количестве встречаются бревен, и из части судовых досок своего судна, они соорудили дом, который получил название «Дом спасения». Ту зиму пережили не все. Тяжело болен и сам Баренц. Будучи почти без сил, он приказывает построить две ладьи и двинуться вдоль побережья. Неожиданно измученные моряки встречают другие лодки. Это местные жители, поморы, ориентирующиеся в этих водах как дома. Они указывают иностранцам путь на большую землю, по меткам на островах. По пути домой Баренц скончался. Но море, ставшее для исследователя роковым, в итоге будет носить именно его имя. Как вышло, что море
вдоль и поперек исхоженное поморами и названное имя русским или студеном, вдруг стало носить имя не первопроходца, а скорее проходившего мимо Вильяма Баренца. По большому счету, заслуга голландского путешественника в том, что он одним из первых картировал побережье Новой Земли. Дальше в дело вмешался случай. Выживший участник его экспедиции, судовой врач Дефер, вернувшись в Голландию, издал свой морской дневник и картографические работы самого Баренца. Так его имя и было присвоено морю, прежде неизвестному европейцам. Мир тогда, с точки зрения западной европейской цивилизации, заканчивался Западной Европой. Поэтому для Западной Европы и в истории мы знаем Баренца, а, к сожалению, поморов мы... Сейчас мы об этом знаем, но все равно еще не все осознают ту роль, то значение, которое простые крестьяне, жители русского севера внесли вклад в историю освоения Арктики. Двести 300 лет назад считалось, что единственная польза русской Арктики – рыбный промысел. Но в начале прошлого века ученые впервые заговорили о том, что в будущем Арктика и Северный морской путь, возможно, станут важной экономической и транспортной артерией страны. В 1913 году, в рекордно холодную зиму, когда температура опускалась до критической отметки минус 50, Русанов, как и планировалось, устанавливает на острове Шпицберген почти 30 столбов, которыми закрепляет за Россией право на добычу в этом районе каменного угля. И это месторождение действительно сыграет решающую роль в развитии севера России и создании Северного флота. Из экспедиции возвращаются лишь трое. Они привозят карты и отчеты. А сам Русанов огибает новую землю севернее и отправляется на восток, пытаясь проложить грандиозную морскую трассу, связывающую сегодня Мурманск и Владивосток. Полуостров Таймыр стал последней известной точкой на карте, куда удалось дойти полярнику. Ценой ее появления стала гибель команды Геркулеса. 11 человек, включая невесту Русанова, отважившуюся поддержать возлюбленного в деле всей его жизни. Но сам полярник так и не смог ничего доказать. Его мечту осуществил другой. Через 2 года после смерти Русанова Северным морским путем прошел Борис Вилькицкий. Сегодня, как и тогда, чем дальше на север, тем все хуже условия для плавания. Метеосводки постоянно обновляются. Но предсказать, какой будет погода через несколько часов, невозможно. Поэтому высадки так называемых полевых отрядов команды Северного плавучего университета по степени опасности мало чем отличаются от путешествий Баренца или Русанова. На лодке, которая в любой момент может перевернуться, ученые отправляются навстречу неизведанному. Но и достигнув берега, они еще не в безопасности. Арктика – территория белого медведя. Этот исчезающий вид занесен в Красную книгу. Стрелять в него можно только в крайнем случае, исключительно обороняясь. И защититься удается не всегда. В июне 2014 года на Шпицбергене медведь сильно покалечил одного геолога и убил другого. Человек для него это просто хороший гамбургер. Мы заметили белого медведя, и егерь дал команду всем собраться к лодке, эвакуироваться. Наши ботаники были настолько увлечены работой, им было так важно получить данные, что руководитель группы, она говорила «сейчас, сейчас», и она продолжала выдергивать вот эти цветочки, растения, несмотря на то, что там медведь. Мы не будем же тут экстримом заниматься. Человек, который занимается наукой, он очень часто увлечен процессом, что ты не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя.
Я ухожу. Насколько должен подойти медведь, чтобы биолог бросил свои занятия? Есть некоторые специальности, которые подразумевают риск, как океанологи, да, которые делают работы в море, и несмотря ни на погоду, они осознают свой риск, но не продолжают работать. Потому что, возможно, больше ты в это место не придешь, возможно, ты больше не получишь этих проб, соответственно, вся твоя научная программа будет провалена. Сегодня вместе с командой в экспедиции участвуют психологи и врачи. Но каких-то 100 лет назад это считалось роскошью. Да и что мог противопоставить врач многочисленным, тогда еще неизвестным болезням? Декабрь 1912 года. Судно экспедиции Георгия Брусилова «Святая Анна» примерзает к огромной льдине и вместе с ней дрейфует всю зиму. Однажды возле лагеря появляется белый медведь. Его убивают, чтобы съесть. Первым заболевает Брусилов. Через несколько дней у всей команды одни и те же симптомы. Высокая температура, невыносимые боли в мышцах, язва на теле и бред. Из воспоминаний одного из членов экипажа. Всякое неосторожное движение вызывало у Георгия Львовича боль. Он кричал и немилосердно ругался. О его виде в феврале 1913 года можно получить понятие, если представить себе скелет, обтянутый даже не кожей, а резиной. Причем выделялся каждый сустав. Он спал целый день, отказываясь от пищи. Скорее всего, это была тяжелая форма трихинеллеза, которой они заразились, поев недостаточно проваренное мясо белого медведя. Современные мореплаватели запас воды, еды и медикаментов имеют в достатке. Но, как и предшественники, рискуют столкнуться со смертельной опасностью. В любой момент ледяная глыба может перевернуться, как поплавок, и увлечь за собой находящуюся поблизости лодку. Баренцево море в районе Штокманского месторождения. Было открытое море, и внезапно мы видим остров. У нас, то есть мы идем, и мы видим, что впереди нас остров. И на локаторе, соответственно, мы его замечаем. Оказывается, это огромный айсберг, больше 15 метров в высоту, больше 300 метров в ширину, который дрейфовал. И нужно еще учитывать в том, что только 30% айсберга мы видим над водой. Еще большая часть айсберга находится под водой. Заходили мы сейчас, бухта ледяная. Бухта совершенно неизведана. Мы не знаем, какая у нас впереди глубина ждет. Может быть, скала там посреди, может быть, еще что-то. Мы идем, тихонько прокрадываемся туда. Но у нас жажда знаний, жажда познаний, жажда прикоснуться к истории. У нас это превысило все. Мы все равно идем, потому что мы научно-исследовательское судно. Мы обязаны. Если не мы, то кто? Сегодня на месте Дома спасения Баренца установлен памятный крест. Те, чья память увековечена, тоже шли в эти неизведанные тогда края без карт. История освоения Арктики – это история невероятной отваги. 1845 год. Английская арктическая экспедиция Франклина. 134 человека погибло от холода и голода. 1871. Экспедиция Чарльза Холла. Вернулось лишь 19 полярников из 53. 1879 год. Американская полярная экспедиция Делонга к Северному полюсу. После трехлетнего дрейфа во льдах погибли все члены экипажа. 1902 год. Поход Эдуарда Толля. Из него не вернулось 3 исследователя, включая знаменитого полярника. Постоянное напряжение и риск позволяют по-новому ощутить обычные удовольствия и радости. Один из самых счастливых моментов в долгих экспедициях – связь с Большой Землей. Да-да-да, есть связь.
накапливается тоска по родным, знакомым, по друзьям. И все пытаются словить этот момент для того, чтобы на секунду быть рядом со своими близкими не здесь на судне, а там на земле. И это, конечно, очень интересно, потому что люди меняются в эмоциональном плане. А у нас обычно, так как связь ловит очень хорошо только на высокой палубе, все сразу собираются наверх, там, над бедным капитаном, потому что это же слышно, как люди топают и ходят. Они все стоят, разговаривают, и это очень мило наблюдать. Подобно тому, как современные исследователи сейчас заново узнают голоса родных и любимых в трубке, сегодня мы заново открываем свою Арктику. Другие континенты уже были известны человеку. Африка была в большей степени изучена западными странами. Бразилия и Южная Америка тоже. Австралия была известна, Азия была известна. И оставалась неразгаданной арктическая пустыня. Потому что Арктику воспринимали безмолвной, безжизненной пустыней. И поэтому сам факт о том, что человек может ее покорить, воспринималось точно так же, как высадка на Луну или выход человека в открытый космос в середине 20 века. То есть эти люди были героями с большой буквы, и поэтому очень многих стран завораживала вот эта сама идея прийти покорить Арктику. Август 1912 года. Старт экспедиции лейтенанта Георгия Седова. Он отчаянно пожелал стать первым русским, достигшим Северного полюса. Свой частный взнос в фонд экспедиции в размере 10 тысяч рублей сделал сам император Николай II. Но Седов совершает роковую ошибку в выборе и расчете провианта. И на пути к мечте команду поражает цинга. Страшная болезнь, вызванная недостатком витамина С, которая по средним подсчетам за 200 лет плаваний на кораблях в дальних странствиях погубила около миллиона моряков. Из 22 человек команды Седова выжило только трое. Они остановились в месте, которое Седов назвал «Бухта Тихая». То есть он уже был болен. Он все-таки не покидал свои идеи. И вместе с двумя матросами он вышел в самую экспедицию на собачьих упряжках. И с южной группы островов, то есть острова Гукера, он достиг самого северного острова, острова Рудольфа в архипелаге, земля Франца Иосифа. Но от этого острова до Северного полюса еще осталось 900 километров. И уже силы и здоровье его подвели. Он скончался, и он был похоронен именно на острове Рудольфа. Его участники, два матроса, которые Линник и Пустошный сопровождали, вернулись в Бухту Тихую, и участники экспедиции отправились в обратный путь. В Архангельске же до сих пор живут потомки людей, которые ходили вместе с Седовым. И, например, многие рассказывают совершенно невероятные истории, например, про то, что Линник и Пустошный, два матроса, которые вместе с Седовым ушли на собачьих упряжках, что они скормили тело Седова собакам, дабы те смогли вернуться. Пройдя протаренными путями поморов, Баренца, Русанова, Седова и десятков других смельчаков, плавучий университет профессора Молчанов в восьмибальный шторм прорывается в родную гавань. Стихия может за раз перечеркнуть все труды и уничтожить добытый с риском для жизни бесценный научный материал. Это чувство, ну как сказать, во-первых, чувство того, что и ты чем-то уже приобщен к этой истории. Да, мы хотя по времени очень далеки, но мы последователи, мы потомки, мы продолжаем это дело. Тут уже профессор Молчанов, он да, работает, он работает сегодня, а результаты его будут завтра только. Сегодня уже официально доказано, что русская Арктика не просто территория, богатая ресурсами. Она скрывает тайны, не постигнув которые, человечеству не создать новую, подробную карту мира. А значит, не понять многих закономерностей развития планеты, от которых зависит будущее населения Земли. И вполне возможно,
Для этого еще потребуется жертва героев, наших современников. У нас в Арктике богатейшие запасы газа, нефти и других ископаемых. Да, может быть, каким-то ископаемым мы пока не можем подойти. Все-таки там льды, мерзлота вечера и так далее. Но в любом случае прогресс, это все идет вперед. И я думаю, что, конечно, будет развиваться. Мы должны там быть, мы обязаны быть. Это наше. То есть развитие Арктики, это все в наших руках. Это мы должны делать для будущего поколения. Еще несколько сотен лет назад человеческая жизнь была борьбой за выживание, а мир полон опасностей, трудностей и боли. Сегодня все изменилось. Мы живем в относительно комфортной и почти безопасной среде. Мы создали ее благодаря величайшим научным достижениям. Электричество, лекарства, атомная энергетика, вакцины, освоение космоса, авиация. Но что стоит за этими грандиозными открытиями? Сколько судеб и жизней принесено в жертву во имя науки и во благо людей? Рискованные эксперименты и смертельные опыты лучших умов человечества, прошлого и современности, знаменитых и незаслуженно забытых. Прямо сейчас. Лето 1912 года. Судно под командованием знаменитого ученого Владимира Русанова отправляется на Шпицберген. Им движет страстное желание не только закартографировать Землю, но и буквально застолбить за Россией право на добычу каменного угля в районе архипелага. Ведь это не просто выгодно, а жизненно необходимо стране. Но Шпицберген — лишь официальная часть государственной миссии. Открыв месторождение угля, Русанов мечтает отправиться дальше и доказать существование Северного морского пути и возможность судоходства между Архангельском и Сибирью через Ледовитый океан. Это чистое самоуправство. Разрешения на такую экспедицию нет. Но Русанов уверен, если все получится, ему простят эту формальность. Полярники отговаривают, предупреждают, что первые льды сотрут в щепки его борт «Геркулес». Однако Русанов жаждет совершить подвиг. Из этого путешествия он не вернется. Смерть исследователя станет лишь каплей в море трагедий, ценой которых писалась история Арктики. Почти за каждым географическим открытием на карте мира смертельный риск и человеческие жертвы. Опыт и бесценные знания о неизведанных землях и океанах неизбежно сопряжены с опасностью, болью, потом, кровью, отмороженными конечностями, неизлечимыми болезнями. Поразительно, но жажда открытий сильнее инстинкта самосохранения. Животный страх перед стихией испытывает каждый, но лишь единицы способны преодолеть его ради великой цели. Именно их имена часто фигурируют на географических картах. Год. 19-летний сын рыбака тайно бежит из отчего дома в деревне Холмогоры. Через три дня юноша нагонит рыбный обоз, с которым доберется до Москвы. Он станет великим ученым и прославит свою фамилию на весь мир. Михаил Васильевич Ломоносов. Чистокровный помор. Так и сейчас называют жителей севера России, которые живут на южном берегу Белого моря.
Ломоносов совершит потрясающие открытия в разных сферах науки. Но генетическая память даст о себе знать. И, как многие, он будет страстно мечтать о морских путешествиях и освоении Арктики. Годами готовится к заветной экспедиции и даже изобретет для будущего плавания несколько специальных приборов. Это человек, сын своей земли, это помор. Он действительно видел море, он видел полярное сияние, о котором потом напишет научную работу о его причинах. Он разбирался с ветрами, он разбирался с течениями. Он разработал изобретения, которые позволяли следить за погодой. Например, погодный зонд, который можно было запускать высоко в небо и потом, вернув обратно, считывать показания. Мама, до свидания! Во многом благодаря Ломоносову Архангельск станет базовым портом для освоения Арктики, ее воротами. Но дожить до этого дня ему не суждено. Самая главная проблема человека – это осознать свою конечность, свою смерть. Соответственно, страх смерти нужно пережить. Человек, он всегда стоит перед выбором, он всегда в какой-то степени больше-меньше идет на риск. Удивительно, но со времен арктических первопроходцев мало что изменилось. Больше различных приборов и погодные сводки обновляются ежеминутно. По сути же, морское странствие осталось тем же коварным, жестоким испытанием, ответственность за которое лежит на плечах капитана корабля и руководителя экспедиции. Они ведут к новым горизонтам, чтобы пополнить знания людей о мире, в котором они живут. В плане классического понимания географических открытий, то эпоха открытий видимых человеку невооруженным взглядом объектов, она закончилась. Все острова, реки, континенты, они уже открыты. Но, тем не менее, истина имеет много граней. И если говорить о природе, помимо внешней грани, она имеет внутренние глубокие грани, для того, чтобы добраться до которых необходимы научные приборы, долговременные наблюдения. Константин Зайков, руководитель экспедиции Арктического плавучего университета. Это совместный проект Северного Арктического федерального университета с Северным управлением по гидрометеорологии при поддержке Русского географического общества. Его задача – систематизировать старые и новые знания о русской Арктике. Для этого ученые регулярно собирают пробы воды, льда, земли, растений и фиксируют изменения в них. Данные из экспедиции сопоставляются из года в год, ведь пополнить современные фундаментальные знания без постоянных наблюдений невозможно. Только так можно ответить на вопрос, какой станет карта мира в будущем. Мы говорим о глобальном потеплении, и нужно знать, что происходит с водными массами, потому что это напрямую связано и с человеком, и с природой. Не дай бог исчезнет Гольфстрим, ряд стран фактически будут на грани природных катастроф. В экспедиции плавучий университет отправляется на научно-исследовательском судне профессор Молчанов под руководством капитана Виктора Лощевского. Судно названо в честь Павла Молчанова, советского метеоролога, изобретателя и испытателя первого в мире радиозонда. Несмотря на все свои заслуги, в 1941 году он был расстрелян за связи с немецкими учеными в изучении Арктики. Исследовательское судно, хотя и оснащено по последнему слову техники, но не является абсолютно безопасным. Техника не стоит на месте. Но риск, он всегда есть, он всегда присутствует. Никто не застрахован, никто. Начиная от «Титаника» и кончая Молчаном, никто не застрахован. Команда плавучего университета не претендует на лавры первопроходцев. Она использует маршруты, за составление которых мореплаватели несколько столетий назад расплатились собственной жизнью. В их числе голландец Вильям Баренц. Экспедиция Баренца в составе двух кораблей по поиску Северного пути в Азию стартовала в мае 1596 года. Обогнув новую землю, исследователям удалось достичь Карского моря.
Но дальше возникло непреодолимое препятствие. Его судно было затерто в бухте, которой он дал название «Ледяная гавань». То есть льды не позволили судну «Баренца» идти дальше по Карскому морю. Они поняли, что обратно им не выйти в этом году, и они решили зимовать. Из плавника, то есть это из деревьев, которые в большом количестве встречаются, бревен, и из части судовых досок своего судна, они соорудили дом, который получил название «Дом спасения». Ту зиму пережили не все. Тяжело болен и сам Баренц. Будучи почти без сил, он приказывает построить две ладьи и двинуться вдоль побережья. Неожиданно измученные моряки встречают другие лодки. Это местные жители, поморы, ориентирующиеся в этих водах как дома. Они указывают иностранцам путь на большую землю, по меткам на островах. По пути домой Баренц скончался. Но море, ставшее для исследователя роковым, в итоге будет носить именно его имя. Как вышло, что море, вдоль и поперек исхоженное поморами и названное имя русским или студеном, вдруг стало носить имя не первопроходца, а скорее проходившего мимо Вильяма Баренца? По большому счету, заслуга голландского путешественника в том, что он одним из первых картировал побережье Новой Земли. Дальше в дело вмешался случай. Выживший участник его экспедиции, судовой врач Дефер, вернувшись в Голландию, издал свой морской дневник и картографические работы самого Баренца. Так его имя и было присвоено морю, прежде неизвестному европейцам. Мир тогда, с точки зрения западноевропейской цивилизации, заканчивался Западной Европой. Поэтому для Западной Европы и в истории мы знаем Баренца, а, к сожалению, поморов мы... Сейчас мы об этом знаем, но все равно еще не все осознают ту роль, то значение, которое простые крестьяне, жители русского севера внесли вклад в историю освоения Арктики. Двести-триста лет назад считалось, что единственная польза русской Арктики – рыбный промысел. Но в начале прошлого века ученые впервые заговорили о том, что в будущем Арктика и Северный морской путь, возможно, станут важной экономической и транспортной артерией страны. В 1913 году, в рекордно холодную зиму, когда температура опускалась до критической отметки минус 50, Русанов, как и планировалось, устанавливает на острове Шпицберген почти 30 столбов, которыми закрепляет за Россией право на добычу в этом районе каменного угля. И это месторождение действительно сыграет решающую роль в развитии севера России и создании Северного флота. Из экспедиции возвращаются лишь трое. Они привозят карты и отчеты. А сам Русанов огибает новую землю севернее и отправляется на восток, пытаясь проложить грандиозную морскую трассу, связывающую сегодня Мурманск и Владивосток. Полуостров Таймыр стал последней известной точкой на карте, куда удалось дойти полярнику. Ценой ее появления стала гибель команды «Геркулеса». 11 человек, включая невесту Русанова, отважившуюся поддержать возлюбленного в деле всей его жизни. Но сам полярник так и не смог ничего доказать. Его мечту осуществил другой. Через 2 года после смерти Русанова Северным морским путем прошел Борис Вилькицкий. Сегодня, как и тогда, чем дальше на север, тем все хуже условия для плавания. Метеосводки постоянно обновляются. Но предсказать, какой будет погода через несколько часов, невозможно. Поэтому высадки так называемых полевых отрядов команды Северного плавучего университета по степени опасности мало чем отличаются от путешествий Баренца или Русанова. На лодке, которая в любой момент может перевернуться, ученые отправляются навстречу неизведанному.
Но и достигнув берега, они еще не в безопасности. Арктика. Территория белого медведя. Этот исчезающий вид занесен в Красную книгу. Стрелять в него можно только в крайнем случае, исключительно обороняясь. И защититься удается не всегда. В июне 2014 года на Шпицбергене медведь сильно покалечил одного геолога и убил другого. Человек для него это просто хороший гамбургер. Мы заметили белого медведя, и егерь дал команду всем собраться к лодке, эвакуироваться. Наши ботаники были настолько увлечены работой, им было так важно получить данные, что руководитель группы, она говорила, сейчас, и она продолжала выдергивать вот эти цветочки, растения, несмотря на то, что там медведь. Мы не будем уже какой-то экстримом заниматься. Человек, который занимается наукой, он очень часто увлечен процессом, что ты не обращаешь внимания на то, что происходит вокруг тебя. Я ухожу. Насколько должен подойти медведь, чтобы биолог бросил свои занятия? Есть некоторые специальности, которые подразумевают риск, как океанологи, да, которые делают работы в море, и несмотря ни на погоду, они осознают свой риск, но не продолжают работать. Потому что, возможно, больше ты в это место не придешь, возможно, ты больше не получишь этих проб, соответственно, вся твоя научная программа будет провалена. Сегодня вместе с командой в экспедиции участвуют психологи и врачи. Но каких-то 100 лет назад это считалось роскошью. Да и что мог противопоставить врач многочисленным, тогда еще неизвестным болезням? Декабрь 1912 года. Судно экспедиции Георгия Брусилова «Святая Анна» примерзает к огромной льдине и вместе с ней дрейфует всю зиму. Однажды возле лагеря появляется белый медведь. Его убивают, чтобы съесть. Первым заболевает Брусилов. Через несколько дней у всей команды одни и те же симптомы. Высокая температура, невыносимые боли в мышцах, язва на теле и бред. Из воспоминаний одного из членов экипажа. Всякое неосторожное движение вызывало у Георгия Львовича боль. Он кричал и немилосердно ругался. О его виде в феврале 1913 года можно получить понятие, если представить себе скелет, обтянутый даже не кожей, а резиной. Причем выделялся каждый сустав. Он спал целый день, отказываясь от пищи. Скорее всего, это была тяжелая форма трихинеллеза, которой они заразились, поев недостаточно проваренное мясо белого медведя. Современные мореплаватели запас воды, еды и медикаментов имеют в достатке. Но, как и предшественники, рискуют столкнуться со смертельной опасностью. В любой момент ледяная глыба может перевернуться, как поплавок, и увлечь за собой находящуюся поблизости лодку. Баренцево море в районе Штокманского месторождения. Было открытое море, и внезапно мы видим остров. То есть мы идем, и мы видим, что впереди нас остров. И на локаторе, соответственно, мы его замечаем. Оказывается, это огромный айсберг, больше 15 метров в высоту, больше 300 метров в ширину, который дрейфовал. И нужно еще учитывать в том, что только 30% айсберга мы видим над водой. Еще большая часть айсберга находится под водой. Заходили мы сейчас в бухту Ледяная. Бухта совершенно неизведана. Мы не знаем, какая у нас впереди глубина ждет. Может быть, скала там посреди, может быть, еще что-то. Мы идем, тихонько прокрадываемся туда. Но у нас жажда знаний, жажда познаний, жажда прикоснуться к истории. У нас это превысило все. Мы все равно идем, потому что мы научно-исследовательское судно. Мы обязаны. Если не мы, то кто? Сегодня на месте Дома спасения Баренца установлен памятный крест. Те, чья память увековечена, тоже шли в эти неизведанные тогда края без карт.
История освоения Арктики – это история невероятной отваги. 1845 год. Английская арктическая экспедиция Франклина. 134 человека погибло от холода и голода. 1871. Экспедиция Чарльза Холла. Вернулось лишь 19 полярников из 53. 1879 год. Американская полярная экспедиция Делонга к Северному полюсу. После трехлетнего дрейфа во льдах погибли все члены экипажа. 1902 год. Поход Эдуарда Толля. Из него не вернулось 3 исследователя, включая знаменитого полярника. Постоянное напряжение и риск позволяют по-новому ощутить обычные удовольствия и радости. Один из самых счастливых моментов в долгих экспедициях – связь с Большой Землей. Да-да-да, есть связь. Накапливается тоска по родным, знакомым, по друзьям. Все пытаются словить этот момент для того, чтобы на секунду быть рядом со своими близкими не здесь на судне, а там на земле. И это, конечно, очень интересно, потому что люди меняются в эмоциональном плане. А у нас обычно, так как связь ловит очень хорошо только на высокой палубе, все сразу собираются наверх, там, над бедным капитаном, потому что это же слышно, как люди топают и ходят, они все стоят, разговаривают, и это очень мило наблюдать. Подобно тому, как современные исследователи сейчас заново узнают голоса родных и любимых в трубке, сегодня мы заново открываем свою Арктику. Другие континенты уже были известны человеку. Африка была в большей степени изучена западными странами. Бразилия и Южная Америка тоже, Австралия была известна, Азия была известна, и оставалась неразгаданной арктическая пустыня, потому что Арктику воспринимали безмолвной, безжизненной пустыней, и поэтому сам факт о том, что человек может ее покорить, воспринималось точно так же, как высадка на Луну или выход человека в открытый космос в середине 20 века. То есть эти люди были героями с большой буквы, и поэтому очень многих стран завораживала вот эта сама идея прийти покорить Арктику. Август 1912 года. Старт экспедиции лейтенанта Георгия Седова. Он отчаянно пожелал стать первым русским, достигшим Северного полюса. Свой частный взнос в фонд экспедиции в размере 10 тысяч рублей сделал сам император Николай II. Но Седов совершает роковую ошибку в выборе и расчете провианта. И на пути к мечте команду поражает цинга. Страшная болезнь, вызванная недостатком витамина С, которая по средним подсчетам за 200 лет плаваний на кораблях в дальних странствиях погубила около миллиона моряков. Из 22 человек команды Седова выжило только трое. Они остановились в месте, которое Седов назвал «Бухта Тихая». То есть он уже был болен, он все-таки не покидал свои идеи, и вместе с двумя матросами он вышел в самую экспедицию на собачьих упряжках, и с южной группы островов, то есть острова Гукера, он достиг самого северного острова, острова Рудольфа в архипелаге земля Франца Иосифа. Но от этого острова до Северного полюса еще осталось 900 километров. И уже силы и здоровье его подвели. Он скончался, и он был похоронен именно на острове Рудольфа. Его участники, два матроса, которые Линник и Пустошный сопровождали, вернулись в Бухту Тихую, и участники экспедиции отправились в обратный путь. В Архангельске же до сих пор живут потомки людей, которые ходили вместе с Седовым. И, например, многие рассказывают совершенно невероятные истории, например,